В рамках своей рабочей поездки в Белоярский район глава региона посетила районную больницу в селе Полноват. Недавно открывшемся медучреждении могут лечиться жители поселков Ванзевата, Тугиян и Паштор. Строительство больницы обошлось в 100 миллионов рублей, которые выделили по программе сотрудничества. На смену старому деревянному зданию построили капитальное, где нашлось место и стационару, и просторным врачебным кабинетом, и хорошо оснащенной лаборатории. В ней есть, к примеру, биохимический анализатор. С его помощью можно брать печеночные пробы, проводить анализы на общий белок и холестерин. Больница полностью укомплектована медперсоналом. Здесь трудится 32 человека, из них 3 врача и более 10 медработников. Смотрите, какой подарок больницы нам. Ну что же нам, в городе не каждую найдешь такую больницу, а у нас такие условия. Ну три кровати на такую большую. А в столовую зайдите, прямо как ресторан.